Они такие разные, но они всегда вместе. Девушки в поисках ответов на вопросы викторины, юноши на состязаниях на выносливость и стойкость. Спортсмены, музыканты и просто позитивные представители молодежи Анапы в день города отметили праздник активно, ярко и с настроением. В скейт-парке организовали молодежный фестиваль и музыкальный, и байк одновременно. Сегодня это их взгляд и поддержка общего настроения в праздновании Дня города-курорта.